Приветствую всех. Ну что, писали про бразильские цвета. Вот я выбрал зеленый, желтый и синий. Да, у нас получается бразильские цвета. Что-то такое подобрал. Было еще черно-белые цвета, но, к сожалению, нету черного цвета. И из узоров такие вот шипы подобрал. Будем так бегать. Смотрел цвета поярче. Взял яркий, получается, желтый, яркий зеленый. Ну и синий тоже. Синего немножко тут, только наплечник. Так что как-то так. Короля штаны синие. И у козлов только полосы получается, да? Ну сойдет, что, нормально. Поярче будем немножко. Давайте, что у нас откинуло на три места, пока мы не играли. И этот турнир идет, получается, до 25 числа. 25 числа топ-32 будет играть за первое место. Получается, будет сетка до одной победы и финал топ-3. БО3, точнее. Давайте возьмем одного запасного, чтобы был. И начнем, получается, катать. Погнали. Так, кто у нас тут получается? Походу, или люди, или лапкачи. 6 болельщиков у них. Возьмем взяточку, естественно. И прожнем готово. Так, интенсивные, так, получают. Да, люди. В принципе, мы уже с топ-17, да? Мы уже входим, будем бить. Мы уже, получается, входим в топ-32, но хотелось бы еще чуть-чуть прокачать игроков, чтобы сильнее, так сказать, выступить на финальной части турнира топ-32. Соответственно, мы чуть-чуть поиграем. Но проигрывать сейчас нам ни в коем случае уже нельзя. Еще одного поставь сюда, пожалуйста. Что мы видим? Куча защитников. И видим вот этого блицера с обороной. 2 ассиста, да? То есть немножко неприятности может он нам предоставить. Довольно-таки неприятные эти ребята. Соответственно, будем начинать с клопцы. Меченосца ставим. Даем ему помощь Машеньку. Оксаны будем блицевать. Правильно? Правильно. Забыли тролля. Поставим сюда. И Стаса. Но Стаса прикроем 18-м. Так, в кого мы будем блицевать? На самом деле блицевать надо сюда, потому что здесь МБ есть. Соответственно, вот так меняем местами. Все, бьем, бьем. Ну, как-то так, да? Так что да, в целом, может быть, и не стоит играть на самом деле. Уже, чтобы не рисковать и проигрывать лишний раз. Но хочется игроков еще немножко прокачать. Потому что топ-32, я посмотрел, там просто страшные убийцы. Так, здесь не повалили, к сожалению. Единички. Окей. Окей, здесь протолкнем. Здесь, наверное, лучше прикрытие уже. Что-то мне становится немножко страшно. Здесь бьем. Опять не валим. Это уже неприятно чуть-чуть. Но не отпускаем, получается. Давайте тогда здесь бьем. Сейчас должно быть... ну что, попробуем. Рисково, на самом деле. Не, не получается.
А двойку тоже мы можем развалить. Почему вроде писалось, что нельзя? Тут спрячем. Давайте подберем в начале мяч и будем бить Гошу. Давай, Гоша. Нужна смерть вообще. Хорош. Гоша, красавчик. Так, ну и пофалить мы не можем, да? Можем здесь пофалить, конечно, вот с этой позиции. Давай пофалим на самом деле. С другой стороны, у него два этих. У него два запасных, то есть лучше все-таки палить куда-то сюда. Звездного игрока, кстати, мы не смогли повалить, а у него пятая сила. Соответственно, важно было его завалить. Из приятного у него эта ловкость хреновая. Кого он хочет блицевать? В Оксану. У него есть отбор, да, получается? А он ее еще хочет вытолкнуть. Шестерка, да? И он будет палить, походу. Ну, фол слабенький получится. То есть, получается, сколько? Если у него тот, кто может пофалить, да? То есть, грязный игрок. Грязного игрока нету. Травмы нанесли, да? Ну, конечно, по-другому и быть не может. Сильный ушиб. Ладно. У нас есть игроки. Ну, из приятного удаления. Удаление МБ отбор. Это приятно. Плюс он не смог увести здесь игрока. Продолжаются эти стрелки. Да, интересно. Если мы так будем бить, то далеко... Мы не уйдем. Как говорится, игра уже намекает, что будет непросто. Здесь какая-то херня получается. Здесь у нас уже один куб, да? Надо подумать. А кто у нас с отбором вообще есть? А, у нас Сэм, у которого есть отбор, пропускает игру, да? Замечательно. Что, троллем попробуем? Или все-таки так, да? Давай, не, наверное, все-таки таким образом. Шестерочка, замечательно. За Оксану будем мстить, естественно. Так, здесь надо подумать. Как сделать? Пофалить хочется вот этого товарища еще. Хочется дать здесь... Ой. Хочется здесь дать ассист, да, получается? Так, спасибо и на этом. Травма, хорошо. За Оксану отомстили, сразу тебе голову пробили. Дальше здесь небольшая есть проблема. Давайте я, знаете, что сделаю? Я вот отойду таким образом, чтобы он до нас не добрался. То есть получается вот сюда, да? Тролля я двигать сейчас не могу, потому что у него суппорт никакого нет. Нет, давайте все-таки еще на одну. Вот так, да?
тут вторая сила, то есть, как говорится, пофиг. Но здесь вот надо пофалить, попытаться. Хорошо. Главного убиватора ему вынесли. И можем вернуться к королю. Но здесь тогда не бью один куб. Потому что он начнет оббегать. Он, конечно, и так начнет оббегать. Но благодаря тому, что он не валит... Да, и тому, что не валит, то ему тут надо будет уклоняться. Соответственно, уже оббегать он не будет. Но вот этим товарищем... Не, не может уже. Шестерочка в один куб, да? С травмы. Ну, матч будет интересный, я так понимаю, да? Сильный ушиб мы не берем. У нас есть запасной, но мы уже в минус один, получается. А он в минус три. Причем у него-то игроки посерьезнее. Два травмированных, один удаленный. Вот будет думать, как получается. Посмотрите, каким игроком он палил. Не добежал, да? Ну, замечательно, что у нас здесь. Один. Надо было добегать, конечно. Спокойно прячемся, получается, да? Подумаем, кем мы будем блицевать. Ты докуда? Ты добегаешь, да? Давайте встаем вначале сюда. Здесь таким образом мы даем ассист, потому что никто больше не успевает, да? Два раза бьем клавсой. Хорошо. И даже я, наверное, подойду. Хотя, может, не стоит. Хотя нет, давай подойдем. Здесь уклонение, да, из-за неприятного. Хотел сюда блицануть, но здесь, блин, здесь уклонение получается. Здесь прикроем таким образом. Здесь через рывок получается, да? Ну, получается. Но после вот этого удара. Хорошо. Назад отталкиваем. Здесь таким образом встаем. Здесь подбегаем сюда. Так, и здесь пытаемся тогда... Сколько? 28%. Ну... В принципе, уже можно простых игроков херачить. Он может теоретически... Здесь он как-то может? Нет, не может. Давай вот отсюда. Так, 1-2, окей. Почему уже простых игроков? Потому что у него уже... Он выйдет уже в минус одного, соответственно. Уже можно вообще всех херачить, пытаться. Так, бьет он в козла, да, в нашего? 1-2, замечательно. Не удалось ему перекинуть. Но бездействуем в этом случае. Потому что... Смерть. Ну, смерть реролим. Так, Стас был на грани, так сказать. Благодаря своей самоотверженности чуть, как говорится, не отдал концы. Вот здесь вот мы забыли встать, на самом деле. Так, куда мы будем блицевать, вопрос.
Вообще вот этого хочется убить. Достаем ли мы здесь 4, да? Тебя хочется убить. Давайте прикинем сейчас кое-что. Можем немножко жадно попытаться сыграть. Нам не хватает игроков, да, уже, чтобы жадно играть. К сожалению. Тут уже у нас рывок. Ладно, не будем мы жадно играть, к сожалению. Хотел сюда просто ударить. Но не получается. Хотя, с другой стороны, почему не получается? Все у нас получается. Мы просто троллем бить не будем. Ну, очень жадно я играю, конечно. Но хочется шестерку здесь выкинуть. Я даже реролить буду. Да, не получается. Давай подойдем. Блин, ну это уже плохо. Здесь я не поднял игрока. Ну ладно, надо его убивать пытаться. Здесь 28, да, получается? Давай попробуем. Так, попытаемся шестерку поймать. Не ловим, да? Ну, сэкономили взятку. Раз, нас тут 5 человек против толпы. Тоже такое себе, на самом деле, решение. Но будем байтить, он сейчас будет подходить. В принципе, мы вот сюда убегаем, налево. 1-2, хорошо. Тут прямо он обжал нас, да, получается, считаем. Единичка, смотрите, почти. У нас здесь удар есть. Отлично. Ну, здесь очевидно, куда будет блиц. Желательно насмерть его надо. Ну или так хотя бы, да? Проверяем, докуда добегает. Здесь, кстати, это звездный игрок. Мы сюда добегаем, да? Добегают ли эти ребята? Никто не добегает. Соответственно, здесь мы будем возвращаться. Наверное. Просто раньше времени забивать не хочется тоже. Здесь встаем таким образом. А, и, кстати, ты же отменяешь, да, щит. Соответственно, что у нас получается? Тут везде третья сила. Здесь точно так мы встаем. Как здесь встать, вопрос. Таким образом, да, допустим. Здесь если валим, то у нас будет плюс 2, минус 2. Да, Гоша сейчас надо повалить. Очень важный удар. Отлично валит, да? И здесь у нас вот сюда будет двоечка. Замечательно. Давай насмерть.
К сожалению, не наш матч. Ну все, стоим. Улыбаемся. Так неприятно. Что он собирается делать, вопрос интересный. Тут пока что у него один куб. Это ничего не меняет. Так, жалко, не единичка. Так, окей. Что мы делаем? Шестой ход. Шестой ход. Мы можем просто сделать, в принципе. Клетку. Забивать я не хочу пока что. Где-то здесь по центру, да, допустим. Где мы блицанем, вопрос. Блицанем здесь, чтобы ударить троллем. Сколько у нас? А у нас для клетки народу не хватает, получается, да? Что-то народ закончился резко. Или просто забить. Но у него будет три хода, чтобы... тоже забить назад. Ну ладно, в принципе нормально. Раз, два, три, четыре, пять. То есть встаем на одну клеточку вперед, получается. Здесь просто встаем. Здесь встаем вот таким образом. Раз, два, три, четыре, пять. Да, годится. Этот сзади может забежать, да, получается, то есть может быть вот так ударить, но так нет, так нельзя. Ладно, играем жадно просто и все. В принципе, если мы убьем его просто-напросто, то... с троллем не подходим, чтобы перекрыть дорогу, чтобы ему надо было оббегать тролля. Ну, пожалуйста, травма-то, а? К сожалению, нету травмы. Да, чтобы оббегать, и здесь уворачиваться надо было. То есть... раз, два... он может добежать через два рывка, да, получается? Хотя не может. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может, да, через два рывка, через уворот. Но здесь вторая сила получается. Ну, это понятно было, что он будет марчить, как говорится. Это я знал. И сюда встань, да? Ну, это сюда бессмысленно, в принципе, вставать. Два ГПшки у нас. Так, повалил, да, к сожалению. Вот этого надо убить, товарища, как-то. Поставим тролля здесь. Сколько у тебя? Две силы. Сюда будем с клопцы залетать. Естественно, шестерочка. То есть клопцы уже отменяются, да, туда залет. Какая тут третья сила, да? Сайдстепа у него нету. По-любому сюда, да, получается?
Надеемся на шестерку. Причем забивать не хочется пока что, но возможно придет. У нас уже один остался всего рерол, и возможно стоит и забить на самом деле. Здесь помарчить тебя. Ты довольно-таки медленно бегаешь, то есть встаем здесь таким образом. С другой стороны, можно встать вот так. Но он здесь залетит, да, получается? То есть, если мы встаем тут, он даст ассист, увернется. Отбор мяча у кого есть? Только здесь, да, в две силы. Два ассиста он дать не сможет, по идее. Но хочется чуть вперед подойти, на самом деле. Как-то встать так. До куда ты добежишь? Раз, два, три. 4, 5, допустим, здесь ты встанешь. Один станет здесь. Мы тут, да? Ну давай все-таки попробуем через уклонение. Раз, два, три, 4, 5. То есть на этой линии надо вставать. Таким образом. Сейчас главное без всяких. Хрени получается. Даже, наверное, вот так вот. Куда выполнить? Да. Да, вот так. И тут пытаемся тоже уклониться. Ну, один куб он нарисует. Нет, даже два. В принципе, все равно, да, получается. И подобрать вот этим теоретически сможет. Но если он будет бить, тогда подобрать он не сможет уже. То есть здесь он даст... А, он решил в один. Ну, спасибо. Ой, замечательно. Почему не смерть? Ну окей, тут надо бить. 2-2 мы не реролим. Можем ли мы сделать 3 куба? Какая у тебя здесь 8-я броня? Давайте сюда зарядим 3 куба. Может, все-таки шестерочку выкинем. Хорошо, давай насмерть его. К сожалению, не пробили, да? Травмы не хватило. Чутка. Тут могучий удар ушел на броню, смотрите. 7, да? Нам надо было 8. Ну ладно, забиваем. Здесь я не буду рисковать бить. Если бы лап клавса ударил, то без клавсы гол все-таки поважнее забить. Так, у нас минус 3 тем временем, да? И кого ставить, непонятно. Получается, Гоша самый пока что не прокачанный. Могут ли они забить? Они могут на самом деле забить нам. И мы с этим особо ничего сделать не можем, поэтому просто вот так вот расставляемся и все. Так, и молимся, да? Чтобы у нас никого не убили.
Есть, кстати, игрок. Можно назвать. Чью-то честь пишите. Будет он, да, тут. Есть у него варианты. Вот это девятое движение. Неприятное, блин. Не смогли мы его убить. Этого товарища надо убивать. Так, еще быстрый снэп, да, ему дают, чтобы он подобрал. Но это самый худший вообще. Что только может быть. Ему еще прочь. Он уже добегает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. На одну клетку ему надо подвинуть игрока. Но он как-то странно расставился. То есть... Хорошо. А почему он не проролил? У него было три ролла. Странное решение. Так, ну ладно. Но все равно все плохо на самом деле. Три, три, три. Девять человек у нас всего. Три, три, три. Мы в меньшинстве еще играем. Дайте мне блиц. Смена погоды не то, что я бы хотел. Давайте, пожалуйста, без фигни. Вот этот товарищ подошел, это хорошо, в него бы зарядить. Нокаут, ну хватит. Мы в минус два, да, играем теперь? И у него же этот пятисильный тут могучий. Спасибо, что не пробил. Причем, блин, еще оглушил, как им ассисты давать тебе непонятно. Давай не подними и куда-нибудь за поле выкинь его. Да, это не со мной такое будет. Ну и понятно, да, тут побежал товарищ. В принципе, я ничего сделать не могу. Особо. 1-2. Пробили, смотрите. Ну и что мы можем сделать? А, это нас, да, оглушили? Замечательно. Проблема в том, что чтобы дать три куба, надо здесь толкнуть. Ой-ой-ой. Мы не можем здесь сейчас дать два ассиста. Надо сюда бить, получается, да? Марчит тебя. Давай шторма качаем пока что. Давайте просто помарчим всех. Шестерка, жалко, что не сюда я ударил, конечно. Марчим тут. Здесь думаем. Здесь, наверное, тобой мы дадим ассист. С тобой назад отойдем. Тут в один куб получается, да, будем бить. Угу, самое худшее, что могло выпасть. Но реролить мы не можем. И оглушить мы тоже никого не можем. Здесь вот так просто встанем.
наверное, чтобы блокировать их уход налево. Они блицанут, конечно, у Стаса. Стас сегодня одну уже смерть пережил, второй не должно случиться. Так, встал, да, из неприятного. Помарчил. Если он его марчит, значит, скорее всего... А, ну хотя нет, как раз дает ассист. Так, неприятно, да? Но не пробил, спасибо на этом. Здесь теперь у него... Тут у нас уклонение. Замечательно. Подойдет или нет? В идеале, чтобы подошел. Не подходит, да? Так, и здесь стрелка тоже хорошо. Кого-то надо на меченосца посылать. Скорее всего, это Стас пойдет. Стас не пойдет. Ну, 6-6. Тут, как говорится, вопросов не имею. Ну ладно, он забил гол. Для меня, в принципе, это, наверное, хорошо. Почему? Мы в минус одного играем, но мы сейчас будем разбивать лосс. У нас 4 удара с клопсой будет. Соответственно, надеемся на то, что мы повалим хоть кого-то, да? У нас раз удар, два удар, три удара, четыре удара с клавсой нет. У нас есть удар с МБ, у нас есть взятка. То есть, как говорится, варианты у нас есть. И у нас есть кот, который сейчас должен будет тащить, как никогда. Быстрый снэп. Подводим поближе. Здесь тоже подведем поближе, да, чтобы удар был. Это получается 4. Ну, хотя тут и так хватало. Здесь правее просто. Потом, наверное, подберем и не будем сразу ломиться вперед. Так, ну теперь надо убивать. Разбитие пока что такое себе. Да... Тут, кстати, можем подойти, наверное, чтобы три куба было, да? А у нас здесь тогда не будет. Не, мы не можем подходить, к сожалению. Угу. Ну, здесь надо тогда вот так через блок. Не пробили. Здесь пробили, спасибо. Тут два куба, да? Что у нас по травме? 28%. Давайте подберем мяч вначале. Прикинем, докуда добегают ребята. То есть никто, да, до меченосца не добегает. Вот здесь станем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На одну клеточку бы еще подойти, но нельзя, к сожалению. Здесь дадим три куба. Так, двойку и единичку мы скипнули. Неужели повалили? Спасибо и на этом. Мы даже повалить не можем. Потому что он тут мне перекроет все. Но с другой стороны, палить надо. 72%. Если мы тролля уберем, это будет очень важно. Это будет задел на победу. Да, пофалили, проверяй. Ну хорошо, ладно. Два у него лежат. То есть лосс разбили ужасно. Будет он нам блокировать проход. Это понятно. Но заблокировать полностью сложно ему все будет. Так что... Такое себе. Мы просто налево будем убегать. С
спокойно. Здесь он одного может завести, но не больше. И мы, кстати, запомнили, да? То есть он сделал, получается, это он в один ход может, ну, в двухходовку он нам гол забил. То есть за два хода он спокойно нам может забить гол. Ну, это бесполезное вообще действие. Это просто я сейчас уйду сюда, встану, да? И у него три игрока сзади будет. Так, неприятно. Стас, держись. Стас выжил. Главное, чтобы здесь он не увернулся. Вот это хорошо. Реролит, а нет? Замечательно. Ну, блицевать будем, наверное, вот в этого товарища. Здесь мы подходим таким образом. И спокойненько вот здесь вот, да, встаем в хир. Итак, то есть теперь, смотрите, что я могу сделать. Во-первых, вот так ударить, да? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. И вернуться сюда, да, по идее, получится. А, зачем? Не, у меня есть удар, вот. Ага. Повалили. Давай насмерть его, пожалуйста. Подходим или нет? На самом деле, может, даже стоит подойти. Давай подойду. Почему подойти? Потому что я вот здесь хочу ударить. Ударили, освободили левую часть, получается. Помарчили здесь игроков. Теперь здесь пытаемся пробить тролля, или же лучше вот этого, товарищ. 58 там, 58 на тролле. Соответственно, ну тогда тролля. Давай уже нокаут какой-нибудь. 2-3, да? А, 3-3, то есть сейчас проныра сработал. Проныра сработал. Его спрячем на всякий случай. Здесь прикроемся. Давай вот так. И здесь подстанем таким образом, чтобы помешать им такие гадости исполнять. Вот так вот встанем. Если он здесь повалит, то у нас будет удар. То есть он, скорее всего, в этого товарища будет нацеливаться. Ну, нормально. Два оглушили, получается, да? Здесь у него... Ему надо дать, получается, сколько? Ну, вот он уже дал два ассиста. Минус один. Еще один ассист, чтобы ударить. Да, он дает, да? Но не валит. Здесь мы будем залетать и спокойненько уходить налево. Ага, повалил. Неприятно. Держись. Так, ну слава. Нокаут, да? Нокаут неприятно. Почему нокаут неприятно? Потому что у нас уже ни хрена игроков не осталось, к сожалению. Но теоретически, как говорится, есть еще варианты у нас. Тут, возможно, даже в красный стоит кинуть. Так, что мы можем сделать? Можем ударить таким образом. Давайте посмотрим, что у нас может тролль вначале. И от этого будем... отталкиваться. Тролль смог, да, соответственно, здесь мы делаем таким образом.
и будем марчить опять же игроков. Отлично. Толкаем сюда, стоим. Пробития нет, к сожалению. Здесь встаем так. Тут подходим, у нас будет вот такая защита. Как говорится, какая-никакая. Тут может в один куб ударить, но слишком не хочется отходить. Наверное, лучше здесь вот так все-таки встать. Прикрыться. Здесь сзади у нас нету никаких, получается, опасностей. Соответственно, вперед пройдем, чтобы захватывать территорию там. И здесь бьем. Отлично, валим. И подходим, получается, да? Да, наверное. Хорошо. Тут каждый децл на учете. То есть то, что мы минусанули ему игрока, это очень важно. Здесь тогда не бьем, у нас красные кубы. Так, сколько у него игроков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, да? Так, держись. Так, слава богу, не убил. Десяточку пробил. Ну, здесь неприятно. Здесь он может блицануть, да? Но ничего такого страшного нет пока что. Так, замечательно. Валим. И, кстати, здесь я буду фалить. 100%. Гаденыш, вы посмотрите, что он только что сделал. Но за это надо мстить по-любому. Чё бы Огр у него не встал? Вообще бы цены не было. Встал, к сожалению, да. То есть здесь я ударить не могу, по идее. Кто тут? Тут противник, да? Ну, блин, конечно, тяжело. Здесь еще не пробили, к сожалению. Что у нас здесь есть удар, да, получается? Да, кубы просто моей мечты. Но мы не можем палить уже, как вы видите, да? Нам надо здесь бить. Просто отталкиваем, получается. И стоим, от тролля не отходим. А дальше здесь надо подумать. Здесь у нас могут залететь уже сзади. Так, что у нас получается? 3. То есть 5, 6, 7, да? Ну, давайте пробуем вот таким образом. Это рисковый, конечно, шаг. Но другого варианта я уже не вижу. Замечательно. Гоша не подвел. Проталкивает, проходит. Да, и мы тут спокойненько чуть-чуть проходим. Здесь тогда мы встаем таким образом, чтобы он тут не оббежал. И здесь вот таким образом. У нас уже игроков не хватает даже, чтобы пофалить. Так, неприятно чуть-чуть. Еще и валит, да? Ну, это очень плохо. Еще и травмирует. Да. 6-6 на травму.
Расскажи мне. Так, ну спасибо, не валит. Но играет он очень хорошо, на самом деле. Блин, удалось перекинуть. Если бы не перекинул, было бы неплохо. Так, ну, блиц у нас здесь получается, да, будет? Сколько здесь? Здесь надо так вставать. Вот таким образом, наверное, да? Только один куб. Тут у нас есть щит, но... Кем мы полицуем вопрос? Сколько у нас здесь получается? У нас останется, да, еще? Давай здесь блицанем, ладно, в принципе. Тогда здесь просто встанем. Что тут, два куба? Два куба не густо. Здесь удар, здесь удар. Ну ладно, да, блицанем меченосцем, наверное. Тогда проверяем, что здесь удар, смотрим. Ах ты ж говнюк, здесь-то отмена. Да, там, ладно. Тогда начинаем с этого. Так, у тебя есть... Угу. 1-2, 1-2, проверяй. Но мы скинули на уклонение кубы. Получается, да? Он еще неправильно побежал. Так, ну валим таким образом тогда. Спасибо, что пробил хотя бы. Тут все как-то печальнее и печальнее с каждым ходом. У кого есть отбор меча, давайте посмотрим. Здесь есть отбор меча. Тут он достать не может. Тут надо вот так вставать, наверное. Бить сюда получается, да? Потому что сюда смысла нет бить. Стрелки, да? Стрелки неприятно. Наверх, наверное. Но тут сколько у него будет? У него ассист раз-два получается. Или не подходить? Да, ладно, не будем подходить. Может, тут что-то нарисуется? Ничего не нарисовалось. Ну ладно, стоим. Вот этот, конечно, с обороной, блин, очень все портит, товарищ. Освободил, да? Будет сюда залетать. Раз, два, три, четыре, пять. Через ГПИ. А, ну так тогда ГПИ не надо будет делать. Она уже и здесь может залететь, уклониться. Ну да, с учетом раз, два, пять человек. Но это ошибку он сейчас сделал. Ну ладно, да, он... И тут может убежать, да? Идеальная ГПИ для него. Раз, два.
В принципе, вот этот товарищ сделал всю игру с обороной. Еще и уклонился. Сейчас этот говнюк возьмет мяч, даст пас. Так, ну игра нас пощадила за его жадность. Соответственно, надо освобождать. Тут можно... больше игроков как-то сделать непонятно на самом деле. Так, это ты преследуешь тролля на мяч, точно надо будет подводить. А здесь как ударить непонятно. Здесь вот так вот можно ударить. Ролем здесь вот бросающего помарчить или подвести? Наверное, все-таки подвести. Так, и где блицануть? Блицануть здесь? Здесь мы не можем, да, блицануть, к сожалению. Или все-таки тут попробовать? В принципе, мы на двойку его кладем, на шестерку кладем. Ладно, тут просто встанем тогда. Здесь блицанем таким образом. И подбирать будем команданта. Пятерка, да? Ну, окей. Так, он на мяч падает. И он, кстати, еще нам делает хуже, да, получается? Ну, давай пробуем тогда. Шестерку ловим, замечательно. Давай убьем его нахрен. Хорошо. Нокаут, замечательно. Ну, а здесь надо уклоняться и подбирать мяч, получается. Отлично. Но мы уже не забиваем, да, получается? Я что-то не заметил, что 15-й ход-то уже... он уже нам не забивал. То есть нам надо было кого-то завести к зачетке подвести, чтобы мы могли забить. Что-то я просто тут расстроился немножко. Поэтому он здесь рывок и делал, да. Сложная ситуация, увлекся игрой. То есть, если бы я знал, что 15-й ход, в принципе, я бы чуть-чуть по-другому действовал. Кого-то бы я точно завел бы. Точно бы кого-то завел сюда. Меньше ударов бы сделал. Так, но главное, чтобы он кота не палил. Он же может сейчас попалить еще, гад. Так, может и Дискорпа попалить. У него как раз осталось два игрока, да? Гаденыш палит. Ну хорошо, я буду тебя палить. Еще и здесь повалил. Хватит. Еще и травму нанес. Я в шоке вообще. Регенерация не сработала, кстати. Но там травма фигня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда вот так сможешь. Или сюда в бросающего. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Да, сюда ударю. А здесь пофалю. Надеюсь, убью. Хорош, валим. Жалко, не пробили. И пытаемся пофалить. 28.
А что у нас так будет? Так, побольше, 83. Ну, давай попробуем. Сорок два. Давай смерть. Нет, к сожалению, да. Ой, ну ладно. Ладно, ничья. Но с учетом, сколько у нас травм было, в принципе. Хотя и мы нанесли. Но мы 4 нанесли, он побольше нанес. У него вон сколько? 16 опыта. А у нас получается только 7-11. На 5 опыта больше. Дискорд получил, кстати, человек матча. 3. Стас прокачался и его сенатор. Ну, в никуда на самом деле ушел опыт. Дискорпу не очень надо, коту тоже. И ничья нас, в принципе, уже не устраивает. Ничья может нас назад откинуть. 15 место, да. Плюс у нас 2 человека пропускают матч. И, кстати, Оксана пропускает матч из неприятного. Но что поделать? Ладно, все. Всем спасибо, кто смотрел. И до скорых встреч. До свидания.